Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова фирма Петерсон и я, Эдуард Петер. Сегодня мы с вами сделаем еще одно видео по композиции. Но перед тем, как это сделать, я хочу сказать несколько слов. Первое. Вы, я вижу, начинаете запутываться, то ли это старое, то ли это новое. Не путайтесь. Новое появляется только в разделе «Сток» и «Фуд фотографии». Все остальное идет с того, с тех каналов. То есть я их перебрасываю постепенно. И параллельно я еще делаю немецкий канал. Но он вас как бы пока не касается. Там очень мало видео еще пока. Трудно это с переводами, со всеми делами. Но ничего, я осилю. Так вот, я долго искал мотивацию, каким образом заставить себя постоянно ставить линки на те вещи, которые я вам показываю. Допустим, вспышки показываю, или показываю какие-то там фоны, или еще что-то. И мне всегда это было очень лень. Но я понимал, что для вас-то это будет помощь. И вы знаете, я нашел возможность такую, она называется Эфилинет. По-моему, Эфилинет. Да. Такая система, где ты ставишь лайк. Если человек идет по этому лайку, то его там запоминают на 30 дней. Если он что-то купил, то буржуины платят мне какой-то процент. Маленький, но тем не менее. Так вот, это и есть мотивация. Я теперь под каждым видео ставлю эти линки. Для вас, российских моих коллег, это может быть только интересно в том плане, что посмотреть, как это выглядит, и посмотреть на AliExpress или еще где-нибудь, где это можно купить, потому что я не думаю, что вы закупаетесь на Amazon.de, в отличие только, может быть, 3%, которые меня смотрят в Германии. Это тоже наши российские немцы. А вот им, может быть, сразу появится возможность и купить. Так что не удивляйтесь этому, что под каждым видео теперь идут линки. То есть это и вам хорошо, и где-то, может быть, будет и мне хорошо. Так, это сказал, сказал? Да, вот цветочек. Цветочек нашим фотографиням на Новый год. Потому что мы с вами, скорее всего, больше не увидимся. Я имею в виду в прямом эфире. Не хотел перед Новым годом. Ну, короче, навалили на меня опять мебель, прибежал. На четырех ногах прибежала мебель, и в этот раз вообще критично. Я буду фотографировать 30-го, обрабатывать 31-го, 1-го и 2-го мне надо картинки уже сдать. Но, тем не менее, будут появляться старые все-таки, я буду стараться, в общем-то, еще и переносить, может быть, где-то как-то. Ну, поэтому, ребята, я вас всех поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю вам творческих успехов. Желаю, опять же, не забывать про то домашнее задание 14-го, я приду, уж помните, 14 января, и будет. Если будет мало, вам тоже мало не покажется. Ну, на самом деле, дерзайте. Поэтому вот этот маленький вот курс сейчас по композиции, я думаю, вам поможет в этом. Новым годом, с новым счастьем, с новым успехом. В новом году. Сейчас пошли работать. Так, работаем. Сегодня я хотел вам показать, как из обычной посуды можно сделать что-то такое фантазийное, скажем. Не совсем привычное, но тем не менее симпатичное. Давайте поближе посмотрим. То есть, что я сделал? Я взял три пиалочки и собрал им таким образом, как бы вот напоминает чем-то австралийскую оперу. Здание. Так, потом взял пиалочку тоже такую, другую немножко,
И вот этими пиалками закрыл, получил такой какой-то интересный стаканчик. Здесь я соединил две чашечки, тоже две эти пиалки, одну побольше, другую поменьше. Получилось типа небольшого вазончика такого. И тут, вы видите, я тоже поставил возвышение, чтобы у меня вот произошла такая маленькая еще центральная композиция. Ну и в центре я взял десертную чашку, круглую чашку. И таким образом вот у нас получилась такая штука. Теперь я хочу оживить его с помощью не этого засохшего лимончика. Это у нас просто будет подставка. Вот здесь поставим. А сюда мы закрепим сейчас вот этот цветочек. Пожертвуем ее. Ну, красота требует жертв. Ничего не сделаешь. Сначала отрежем. Побольше. Побольше. Так, примерим. Ну, это слишком большой. К тому же внутри полы. Надо чем-то сейчас это заполнить. Я заполнил теми же самыми отрезками трубочек. Этих же. Туда подальше. Вот так. Тем самым создал более прочную основу. Я подумал, стоит ли сюда делать эти листочки. Мне показалось, что как бы они грубоватые. Возможно, будут только мешать здесь. Сейчас я посмотрю. Ну, хотя, если хорошо обрезать правильно, то возможно и нет. Ну, посмотрим сейчас на фотографии. Ну, вот, давайте мы сейчас проведем эксперимент. Сфотографируем. С листочка. Так. Совсем без листочка. Ну и, пожалуй, последняя проба, это мы сейчас укоротим. Я думаю, что вот это самый лучший вариант. Оставил только маленький лепесточек, который будет тянуться туда вверх, то есть подтверждая наш треугольничек. Я думаю, это как раз то, что нужно. Фотографируем. Ну вот, дорогие друзья, ни методом проб и ошибок, нет, осознанно мы постепенно двигались вот от этого кадра, первый сделали, посмотрели, так, кое-что изменили во втором, уже стало лучше. В третьем мы уменьшили стебель. И в четвертом совершенно осознанно тоже, я подчеркиваю, осознанно сделали вот этот лепесток. Поставили. Все. Теперь все уравновешивалось. Теперь все встало на свои места.
И после небольшой обработки в фотошопе мы можем уже получить чистовой рисунок вот такой. А если кто-то эстет и хочет из этого еще что-то выжать, может поиграть с цветом самого цветка и получить вот такую фотографию. Тут на вкус и цвет, как говорится, да? На этом я с вами прощаюсь. Еще раз желаю вам хорошего Нового года и до встречи. Пока.